Сразу две языковые школы на Марийской земле. В Йошкар-Оле на днях начала работу ежегодная летняя школа марийского языка для иностранцев и впервые школа финского для российских студентов. Что же заставляет людей в разгар лета отправляться учиться? Смотрите в нашем сюжете. Кузе или да? Пешсай. Все хорошо, отвечают иностранные гости на вопрос о том, как их дела. Летняя школа языка на протяжении 10 лет собирает ученых, студентов, этнографов не только из других регионов страны, но и зарубежья. На этот раз знакомиться с языком и бытом Мари прибыли финны. Этот сбор летней школы юбилейный – 10 лет. За плечами столько же школ, в которых побывали ученики из США, Польши, Австрии, Финляндии, Эстонии, Германии, Венгрии, Швеции, Франции и Люксембурга. Когда собираем их заявление, идет переписка с иностранными гражданами, эта работа идет в течение года совместно с международным отделом Марийского государственного университета. Они, наши слушатели, впервые вот в этом году приезжают, они не были, они не знают языка и культуры. Это, в общем, скажем, Академия Сибириус, города Хельсинки, Финляндии. У них как бы должен быть начинающий уровень. Студенческий настрой гостям обеспечен. Университетские парты и жизнь в общежитии. Летняя школа предлагает несколько уровней изучения языка. От начинающего до углубленного. Не только грамматика, перевод, но и живое общение. Выходные, выездные экскурсии в районы республики. В будни посещение достопримечательностей нашей столицы. Именно цель в том, что если они выбрали область финно-угроведения, а марийский язык относится, значит, является одним из языков финно-угорской группы, уральской группы, значит, и в этом как раз есть заинтересованность. Последние недели включают у нас контрольные работы, тесты. Мы должны выдать нашим слушателям сертификаты. Идентичная марийской летней школе – финская. За 10 лет ее работы впервые она проходит в Мариэл. 25 участников – в основном студенты, как из нашей республики, так и приезжие. Из Коми, Удмуртии, Мордовии и Пермского края. Отличие от местной школы – финансирование. Здесь все расходы взяла на себя финская сторона. Да и возможности больше для участников из России. Летняя школа – это первая ступень. Далее, возможно, стажировка в Финляндии. Здесь мы изучаем грамматику финского языка, учимся лучше общаться, читаем и переводим тексты, поем песни на финском языке. Когда изучаешь финский язык, когда разговариваешь с финнами, ну, не умеешь хотя разговаривать, но немножко понимаешь их, хочется больше изучать и уже хорошо разговаривать, то есть и их понимать, и чтобы они тебя все-таки понимали. Языковые курсы, подобные тем, что проходят у нас, во многих странах мира уже давно пользуются популярностью. Ведь это наиболее эффективный способ изучить иностранный язык при полном погружении в среду, а также совместить учебу с отдыхом. А для Мариэл это еще и возможность быть не просто точкой на карте, но местом, о котором даже за границей вспоминают с теплом.